Всем привет! Сегодня посмотрим шланг для пневмопистолета от компании Миол 81-522. Значит, с одной стороны есть резьба наружная, которая вкручивается в сам пневмопистолет. Здесь есть уплотнительная резиночка. Вот шланг. Достаточно такой толстый, эластичный. На другом конце есть наконечник с зажимом, которым очень удобно быстренько подсоединиться, отсоединиться от соска. Заказать такой шланг можно у нас на сайте. Как всегда, ссылочки будут в описании. Если есть вопросы, обращайтесь. Менеджеры вас проконсультируют.